Добрый вечер, дамы и господа. Здравствуйте. Спасибо вам за то, что вы здесь сегодня вечером, а не где-то, где положено быть летом. Вот нам очень приятно сегодня быть. Мы впервые сегодня в клубе Алексея Козлова. И знаете, что сказать, ну в центре Москвы, да еще в таком вот здании, которое имеет такую историю, и сам клуб Козлова имеет такую историю, что я думаю, что ни один, в общем, клуб не сравнится с этим. Вот. То есть, ну, для нас, я надеюсь, что для нас всех сегодня прям особенное какое-то настроение, поэтому мы сегодня приготовили специальную вот такую особенную программу. Для тех, кто, в общем, первый раз у нас на концерте, и для тех, кто не первый раз тоже, мы сегодня не будем играть то, к чему привыкли, в общем, люди, приходящие на наши концерты. То есть это не будет ирландская такая пабная музыка, вот, может быть, только местами. А мы сыграем здесь специальную такую программу, посвященную такому вот нашему отношению вообще как к европейской музыке, к фолк-музыке, или, может быть, даже к фолк-рок-музыке. Фолк-рок-музыке, которая имеет корни все-таки в рок-музыке, и в рок-музыке английской прежде всего. Хотя будут всякие разные краски, то есть мы, пройдя Британские острова, попадем в Средиземноморье и там побудем какое-то время. Вот, поэтому, ну, мы надеемся, что это путешествие будет одинаково интересно так как вам, так и нам. Thank you.
We'll be right back.
Спасибо.
Песня эпохи 90-х годов, поэтому полагается встать. Мне только, в каком случае. Из Голландии попадаем в Шотландию. Раннее утро. Thank you.
Написано в 19 веке портовым народом. Kisses of the night, it will go up to the ridge, down to the jigs, up to the ribs.
Тех, кто страдает химической зависимостью. Называется «Собственный пленник». Thank you.
Дмитрий Фролов, дамы и господа. Yeah.
Лошадей переправили, как говорится, меняют еще как. Ну, в джазовом клубе, конечно, мы помним все. Мы на них помним. Рок играет лучше не было. Сейчас буквально минуту. Надеюсь, у вас там со сторонами все хорошо, так же, как и у нас на сцене. Столика через одну композицию будет танец, и если вы будете сидеть на месте. Ну а мы движемся по направлению к Средиземноморью. Поэтому, собственно, американский комп заменяется на португальский. Thank you.
Эта же песня французская, со странным для французов названием «Амур». Спасибо, девчонки. Хорошо зажгли. Жалко, не видно.
спасибо большое. Песня, посвященная самой главной любви каждого человека, подростковой любви. Хорошо с вами, но мы же останемся еще после концерта, здесь поводим. Поэтому последняя композиция посвящается всем двум танцующим дамам этого зала. Мы ее сделали особенно, то есть она такая для священных джазовых стен этого клуба. Нам кажется, что будет очень подходяще. Вот. А вас, дорогие дамы и господа, мы поздравляем с серединой замечательного лета 2017 года. Надеемся, что вторая половина будет точно такой же теплой, какой была первая.
от Киева, дамы и господа, сегодня в клубе «Ручей Козлов». Роман Томилин, бас-гитара. Вадим Бедов, акустическая гитара. Дмитрий Фролов, Джонс. Александр Шершенидзе, электрогитара. Меня зовут Миша Смирнов. Спасибо вам огромное за то, что этот субботний вечер был с нами. Спасибо замечательному клубу. Ждем вас на наших концертах. Спасибо. Хорошего вечера вам. Увидимся.